Добрый день, это я, Вика. Посмотрела в окно, боже мой, удивляюсь. Знаете, как сколько живу, столько и удивляюсь. Наши мужчины – неутомимое создание. Выходной день, нет, чтобы отдыхать перед работой. Юра, смотрю, режет виноград. Кудрик. Юр, да. Ты отдохнуть не нет, хочешь? Нет, мне надоело отдыхать. Поздоровайся со всеми. Да. Скажи. Поздоровайся. Здрасте всем. Надо ж чуть-чуть убрать его, потому что теплеет. А его надо немножко подрезать. Это у нас виноград кудрик. Это кудрик. Мы с него делаем вино постоянно. И на компоты хороший. И обрезаем мы его, обновляем. Раз 4-5 лет. Получается то, что я резала. Видите, как я нарезала? Вот какие у меня цирупалки были длинные. Не, ну мы уберем. Все уберем. Оставим отсюда. С корня пойдут новые молодые паганы. Так что и ничего страшного. Он отрастет, зарастет за лето так, что не узнаешь его. Но обновлять его надо каждые 3-4-5 лет. Мы всегда так делаем. И у нас все нормально получается. Да. Вот это обрежем. Называется «Весна пришла нежданно». Трудимся. Ну, еще весна не полностью, но уже можно работать. Ой, на у нас... улице не холодно, правильно? Ну, как не холодно, как сказать? Я смотрю, как ты одет, то явно не очень тепло. Ну, в доме надоело мне сидеть уже. Я не хочу. Я решил немножко поработать. Неутомимый садовод. Ну, куда нам деваться, Вит? Наше дело работать, ваше дело кушать, готовить. Понятно. Правильно? Значит, так и будет. Сейчас пойду в дом, не буду снимать тебя больше. Потом выйду, посмотрю, как ты все это сделал, проверил. Да я же не против. Так ты его весь будешь под корень, все кусты? Не, ну, видишь, я эти поставлял молоденькие, более-менее. А все. Со старых он еще отсюда от корня пустит молодые паганы. И будет он, еще и будем весной обрезать, когда он уже напускает всего. Да. Тут будет, как говорится, загусто. Так что. Хорошо. Такой ветер, я тебе советую долго не задерживаться здесь. Не, ну я закончу. Все, я пошла в дом, потому что я не выдержала, вылетела даже на улицу. Все-таки очень приятно смотреть, как работают другие. Не выдержала, снова вышла. Юра, я не поняла, чего ты пропустил один, что ли, или чего ты его оставил? Вот этот куст. Торчок этот длинный, чего оставил? А я его на всякий случай оставил, потому что тут ветка не очень старая. Вот с этих почечек он может пустить еще. Да. Вот это заплетется. А там молодые пойдут снова. Эти старые все повредила. Этот один оставил, пусть будет. Понятно. Так ты уже дорезаешь, да, быстро? У тебя такой темп. Ну а что там? Тянуть резину. Ты, в общем, неугомонный, конечно. И вот здесь оно вот по кругу пойдет все. Эту веточку. Я, наверное, куст ромашек этот уберу. Он, конечно, здесь не нужен. Вроде как и жалко, возле забора растет. Пусть бы был. Да, веточек у тебя на шашлычок прибавилось. Это нормально. Дело осталось за мясом. Юр, ты слышишь? Да. Дело осталось за малым, купить мясо на шашлык, если есть дрова. Ну, ваше дело, выгребки тут будет. Я уберу здесь, конечно. Да, там, во дворе. Пусть немножко потеплеет, такая холодина сегодня. Это только тебе жарко. Да я ж не против. Никто сейчас не заставляет. Потеплеет, потом выгребите. Все, я пошла в дом. Хорошо. Пошла? Я сейчас поубираю тут. Я сейчас, наверное, все-таки перчик стушу, да? Да. Еще что сделать? Делай. Что ты еще хочешь, скажи, что приготовить? Ты, можно картошечки, пюрешки желательно. Пюрешки?
Сосиски есть. Будешь? Буду. Сейчас давай. Приготовлю. Готов, я приду. Вошла в дом, выполняю заказ, но уже у меня уже картофель отваривается для пюре. Кстати, картофель у нас свой. Если я не забыла, по-моему, сорт правильно называется Санте. В простонародье на него говорят пюре. Он очень хорош для пюре, этот сорт. Поставила сковороду. Буду тушить перчик фаршированный. Я тут себе уже на столе, вот видно, приготовила все. У меня, кстати, осталась капуста от борща. Она мне тоже пойдет в зажарку к перцу. Вот такая овощная поджарка хорошая. Капуста, морковь, лук, сок домашний, ложка томатной пасты, соль, перец. Я уже сразу все добавила в сок. Это мне Валя передала на 8 марта баночку меда. Валь, спасибо тебе большое. Обжариваю до золотистого цвета. Затем добавлю морковь и капусту. Лучок подзолотился. Пошла в ход морковь. Сейчас морковь слегка обжарится. Я вот люблю, когда лучок вот такой, чуть-чуть, если камера передает, не прозрачного, а золотистого цвета. Тогда вкус поджарки совершенно другой. Морковь сейчас притушится, притомится немножко. Добавлю капусту. По-моему, морковка уже подошла. Стала мягкая, такая хорошая. Слегка обжарилась. И капусту добавляю. Вот так капуста. Сейчас все, капуста уляжется. Я ее не жмакаю. Присолю в конце, когда она будет уже практически готова. Вот буквально пару минут. И капуста уже сама пустила сок. Осела, притушивается. Я ее не зажариваю сильно. Соль добавила немножко, сахарок тоже добавила. Сейчас еще 2-3 минутки и буду снимать с огня. Вот что-то наша собачка нервничает, наверное, кто-то ко двору подходит. Нужно выйти посмотреть. Я перчик достала с морозилки, у меня замороженный был фаршированный. На дно выкладываю немножко капусты. Кстати, сейчас нужно добавить в оставшуюся капусту. Я добавляю вот сколько... Томатный сок со специями, с томатной пастой. Дальше немножко еще протушиваю пару минут все. Довожу до готовности. А в эту кастрюльку я выкладываю на дно перчик. И потом заливаю томатом. Так, процесс у меня идет хорошо. Уже, кстати, можно делать пюре и обжаривать сосисочки в пюре. Перец, начиненный мясом, я залила подготовленной овощной поджаркой. Добавила хмели-сунели. Я обожаю хмели-сунели. Кстати, лавровый лист еще добавляю, мытый, естественно. И ставлю на 25 минут протушиться. Через 25 минут наш перец будет готов. Виноград обрезали. Перец тушится. Пюре готово. Делаем цветы из сосисок. Сосиски порезала на 4 части. Видите, надрезаны. Выкладываю на сковороду и обжариваю. Перегрела сковороду немножко, ну ничего. Чуть-чуть огонек сделать. Сейчас наши цветы будут раскрываться. Потихоньку. Не делайте так, как я. Разогрела сильно сковороду. Ничего. Вот такие они будут поджаристые, красивые.
начинают вот раскрываться наши цветы. Похожи, мне кажется, на тюльпаны. Так, обжариваем до готовности. Боже мой, смотрю в окно. У меня уже все готово. Стоит на столе. Юру дождаться невозможно. Он еще занимается своими делами. Сейчас пойду позову. Да, у мужчин забот полон рот. Сейчас на доме. Так, сосисочки пора снимать. Пока я котику дала корм, у меня хорошо обжарились сосиски. Все, снимаю с огня. Так, пока Юра там копошится, уже переодевается, зашел с улицы, у меня уже все стоит на столе. Пюрешка, сосиски, цветочки. Хорошо знакомый всем, но забытый почему-то мной трюк. Перчик на овощной подушке. И, как всегда, соленья. Юр! Юра! Да. Давай на ужин. Хорошо. Пора. До новых встреч!